Неравнодушный челябинец спас парня от гипноза привокзальных цыганок. Молодому человеку показалось, будто женщины ввели свою жертву в транс и собираются обчистить. Гражданин решил мимо не проходить и все снял на камеру мобильного телефона. Здравствуйте. Не желаете? Здравствуйте. Нет, не желаю. Тише, тише. Эта гадалка предложила прохожему свои услуги, но как только женщина поняла, что ее снимают, вдруг стала оправдываться. На помощь к ней поспешили коллеги по цеху. Они попытались прогнать нежелательного собеседника. Ты же с нами разговариваешь, и человек с нами разговаривает. Мы ничего незаконного не делаем, стоим, общаемся, конечно, нет. Не держим его, сынок, ножом. Мы не под ножом не держим никого. Пока одна из женщин, видимо, обрабатывала клиента, остальные окружили парня с камерой и не давали пройти. И даже стали угрожать автору ролика полицией. Мне просто очень интересно, о чем разговор. А вот если мы сейчас милицию пригласим, что ты на нас деньги зарабатываешь, что тебе надо от нас? Покажи удостоверение. В этот момент клиент гадалок, видимо, понял, что стал жертвой обмана. Он попытался прервать сеанс ясновидения. Цыганкам это явно не понравилось. Пусть тогда пропадут эти 100 рублей, выдыхай выше моей головы. По словам автора ролика, дамы все-таки успели вытащить у парня 100 рублей, но тот возвращать деньги не стал, а просто поспешил уйти.